Рабочая группа, созданная, вы просто оцените, никем не будь, но Министерством обороны Финляндии, предлагает ввести наказание за заключение сделок с участием иностранцев через посредников. И, конечно, если бы дело касалось каких-то абстрактных иностранцев, тут еще можно было бы, ребят, понять, но ведь ясно, что дело, цитата, «это станет важным сигналом в сделках с недвижимостью, которые могут угрожать национальной безопасности». Потому что якобы подобная проблема, в том смысле, что вам в страну хоть кто-то еще инвестирует, была вынесена на обсуждение ровно в 2022 году, когда власти Финляндии захотели ограничить растущее количество сделок с недвижимостью, совершаемых, ну конечно же, россиянами. Теми загадочными, кто до сих пор почему-то думает, что потом не отберут по беспределу, потому что ты якобы против Путина или там за все хорошее и так далее. Впрочем, чужая душа, как говорится, потемки, интересует, как обычно, другое, а именно тот факт, что у гордой страны вроде сегодня, как и без того, проблем хватает, ибо, напомним, инфляция в Финляндии еще с лета 2022 года бьет рекорды, поднявшись на уровень, вы просто оцените, которого не было с 1984-го, а потребление газа обвалилось на 57%. А еще авиафлагман страны, ФНР, который построил бизнес на преимуществах местоположения на севере Европы, чтобы предложить быстрые перелеты в Азию через север России, теперь сильно удивился, когда из-за внезапного закрытия воздушного пространства Москвы в прошлом году он попал на большие деньги. Вот это вот наша любимая и классическая «А нас-то за что?». Хотя и это мелочи, ибо Хельсинки по заветам союзника и друга, в смысле Лондона, поймали рецессию, которую пытались подарить Кремлю. Еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, скоро уже год, как мы работаем для вас без полноценной монетизации, ведь она отключена для России. Поэтому ваша помощь крайне важна, и даже 50 рублей, когда вас много, позволяют нам, напомним, каждый день радовать вас новостями. Кстати, для неравнодушных граждан из других государств теперь доступна опция спонсорства. Надо просто нажать нужную кнопочку, ее вы увидите на экране, а номер карты есть в описании к этому ролику. Заранее вам огромное спасибо, вы не бросили нас в 2022 году, не бросайте и теперь. Вместе победим. Итак, как сообщает Bloomberg, экономика Финляндии погрузилась в рецессию из-за глубокого спада в четвертом квартале. А если конкретно, то, разумеется, из-за молниеносного разрыва торговых отношений с Россией. Ведь, может быть, вы забыли, но страна, которая сегодня так рвется в НАТО, одной из первых отказалась платить Москве в рублях за газ. Ну и, конечно, то отжимала активы, то ухайдокала шикарную сделку с Росатомом. А еще 14 ноября прошлого года портал Юлия со ссылкой на заявление пресс-службы статистического центра Финляндии сообщил, что стоимость продуктов питания в стране по итогам октября 2022 года выросла на рекордные почти 16% относительно аналогичного месяца 2021. Больше остальных подорожала мука на 46%, куриные яйца и кофе повысились в цене почти на 34%, а масло на 32,5%. Однако надо больше и еще больше обострять отношения с огромным северным соседом, тогда по-любому все наладится. В общем, это точно не конец истории.